Очередной личный прием Дмитрия Голубкова проходил в Одинцовском офисе партии «Единая Россия». Конечно, такая работа ведется по всему району, но самые посещаемые встречи проходят именно в городе Одинцово. Общение с избирателями позволяет не только адресно решать проблемы людей, но и быть в курсе всех событий своего избирательного округа. Без такой работы вообще работа депутата невозможна. Проблемы самые разнообразные, с которыми приходится сталкиваться нашим жителям, начиная от бытовых проблем, которые связаны непосредственно с проживанием на территории. Это проблема домов многоквартирных, это проблема состояния дворов, это транспортная инфраструктура, состояние дорог. В этот день на прием к депутату записалось 7 человек. Посетители просили поддержки в развитии массового спорта, жаловались на нерадивые управляющие компании, выясняли ситуацию с завершением строительства проблемного жилья. С известным в районе тренером и энтузиастом айсштока Владимиром Сосновым решали вопрос приобретения оборудования для заливки катка. У ветерана войны Надежды Пономаренко испортилась газовая колонка, и женщина поменяла ее за свой счет. У меня сгорела колонка газовая. Я живу в старом доме. Ну, пользовались ею нормальные электролюксы. Стали вызывать это в декабре месяце. И вот я с ноября, декабрь, я не пользовалась горячей водой. Мы вам поможем, но не как, значит, я вам помогу просто как депутат. Угу. Да, из своего, так сказать, из своего фонда. Мы тогда вам компенсируем через соцзащиту вот те расходы, которые мы это решим. Приемы Дмитрий Аркадьевич ведет в качестве депутата областной думы. Но нет ничего удивительного в том, что люди часто идут к нему и как к генеральному директору Мособлгаза. Мы работаем с любыми темами и вопросами, с которыми к нам приходят избиратели. Естественно, мы их рассматриваем. И даже те вопросы, которые связаны непосредственно с моей работой, мы, конечно, стараемся помочь. Конечно, не все просьбы избирателей депутат может исполнить, ведь он работает строго в рамках действующего законодательства, в том числе бюджетного. В подобных сложных ситуациях посетителям оказывается информационная поддержка. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».